Еще до покупки квадроцикла было решено все элементы, которые будут дополнительно устанавливаться на квадроцикл, перекрашивать в тон рамы. Рама называется коралловая. Это новый цвет, который получили модели квадроциклов в начале 2024 года. По шкале RAL цвет называется 3026. Покраску осуществлял в компании Roal. Ребята молодцы, попали в тон. Даже зная номер краски по каталогу, довольно-таки сложно подобрать цвет, так как тон окончательный будет зависеть от цвета подложки. Нам пришлось добавлять белое основание, чтобы получились более яркие краски. Перекрашивались следующие элементы квадроцикла. Пружины от однотрубных амортизаторов, РУСАМ, подножка, подставка, подпорка под кофр, руль MUT Edition от компании Квадротехника, рамка выноса радиатора и бампер, который изготовили ребята в Волгограде. Цвета получились очень яркие. Осталось подобрать пленочку в цвет, поклеить, смонтировать. И окончательным результатом я обязательно с вами со всеми поделюсь. Но получилось очень даже интересно.